Эх, пошло дело. Так, ну, на часах пока что вот так. Смотрим, что тут у нас на мобиле. Откроем плейлист. Ну, тут никаких мгновенных обновлений я не стал делать. Подождем. 10-секундный интервал, достаточно суровый. По времени. Центральная. Следующая песня. Подсветка тоже не замаплена. Долгое нажатие, где-то секунды 3. Раз, два, три. Делает паузу. Тоже зажимаешь на обратном пути изменю. Раз, два, три. Пауза снимается. Шафл я поставил. Все подряд песни листаем. Сейчас, видимо, долго что-то переключалось, что на команду пришло unknown artist, unknown title. Мотанем обратно. Вперед мотанем. Покрутим громкость. 5% уменьшается. Он уже в тишине. 5% увеличивается. Пока вот такой функционал. Если достаточно. Битрейт показывает. Длительность это D3.9 duration. Громкость покрутил, увеличил. Пауза осталась специально для дистанционного управления, там, не знаю, чем-нибудь. Хотя так-то пауза нафиг не нужна. Треть 92. Thank you.
spokojną zonę. Czy nie piszmy, to niepamiętne. Какая-то чугула загнана в песню, в метаданные. The winner take it all. Вот такая темочка. Допустим, вырубим плеер. Ну раз в 10 секунд, значит осталось чуть-чуть подождать. Вот так вот. Потом еще вольтаж добавлю, потому что я кнопку перемапал. И вольтаж сейчас не видно. Непонятно, садятся часы или не садятся. Ну все.